Самое страшное место, где могут только родиться дети. Это железнодорожные пути, ЖД-узлы и любые линии. Как много мы находим на них раздавленных, разрезанных малышей. Не представляю, что испытывают дети, когда на них несется вот эта громада, несущая смерть. Люди, ну что же мы творим, а? Мы сейчас взяли с ЖД-путей три помета. Трех мам с детьми. Друзья, я понимаю, что кто-то может сказать, да ладно. Я обращаюсь к тем, кто понимает, что жизнь бесценная, кто понимает нашу боль, кто сострадает этим малышам, которых нет ни единого шанса там выжить. Пока мы забирали мам и детей, мы видели стаи из пяти особей, из них четверо были без лап. Вы представляете? Дети там рождаются два раза в год. Те, кто выживают, продолжают плодиться там. И все они погибают под колесами поездов. И мы просто миримся с этим. Ну да, ну щенок, ну да, ну убили, ну да, разрезали. А ведь это жизнь. Вы представляете, что испытывал этот ребенок, погибая? Я обращаюсь ко всем. У нас сейчас новые мамы, новые дети. Те, кого, не знаю, Бог направил спасти. Я не знаю, как по-другому сказать, ребят. Я обращаюсь к вам. Вы нам поможете? Пожалуйста, нам надо оставаться людьми. Ведь они не просят много. Просто поесть. И немножечко безопасности. И если получится шанс на семью. После этого ролика я выпущу ролик «Приветы из дома». Чтобы вы увидели, что мы не просто так мучаемся, ползаем, собираем, лечим. Ребята, какая огромная отдача, когда после таких тяжелых роликов мы выпускаем ролики «Приветы из дома» и показываем наших спасенных счастливых малышей. И все это благодаря только вам. Понимаете? Только вашей помощи, вашей поддержке. Спасем сейчас этих малышей, ребята, и следующий ролик будет добрым. И вы сами увидите, что ваша доброта, она дает результат. Я прошу вас, пожалуйста. Помогите нам спасти деток. Помогите их накормить. Помогите их привить, вылечить. Я обращаюсь ко всем людям. Давайте принесем в этот мир немножечко, немножечко доброты. Слишком много зла вокруг. Кто, если не мы? Ну кто, ребята, если не мы? Я призываю вас всех. И пусть доброта, та, что вы отдадите детям, маленьким, брошенным, бездомным. Пусть она вернется в ваши семьи. Пусть вернется к вашим детям лавиной счастья, благополучия, любви, достатка. Потому что все в этом мире возвращается. Мы живем в круговороте. Я хочу, чтобы вы жили, люди, в круговороте добра. Добра вам, люди. И спасибо всем, кто отзовется и поможет нам. Спасибо.